Видеоуроки фотошопа. Приветствую всех в новом видеоуроке, на связи Алексей Кузьмичев. И сегодня мы с вами будем создавать реалистичную глубину резкости на фотографии. Глубина резкости позволяет нам добиться плавного перехода между четкими и размытыми участками на снимке. То есть, таким образом мы с вами можем добавить фокус в нужную нам часть фотографий. Ну что ж, давайте приступим. Первое, что нам с вами необходимо сделать, это продублировать наш основной слой. Для этого мы нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре. И теперь перейдем в пункт «Фильтр». Выберем здесь «Размытие при малой глубине резкости». В принципе, можно использовать для данного эффекта любой фильтр размытия. Но, на мой взгляд, фильтр размытия при малой глубине резкости подходит наилучшим образом, так как он позволяет имитировать именно вот эту вот бакешку, которая образуется от оптики фотоаппарата, да? Здесь мы можем задать радиус размытия. Как видите, чем больше, тем сильнее у нас размывается наша фотография. Здесь смотрим на результат, когда у нас с вами будет устраивать. Оставляем. И также можно поменять форму вот этих вот бакешек. То есть мы можем задать либо треугольник, либо квадрат и так далее. Здесь все зависит от того, какой эффект вам больше нравится, тот и выбирайте. Ну, давайте поставим, к примеру, пятиугольник. Нажимаем здесь ОК. Больше никакие настройки нам здесь не понадобятся. Так, и вот что у нас получается. Как видите, вот до и вот после. Пока что наша фотография полностью размытая. Нам это совершенно не нужно. Нам необходимо оставить размытие только в нужных нам участках. Поэтому добавляем сюда маску. Щелкаем вот здесь. И выбираем инструмент «Градиент». Теперь при помощи данного инструмента мы заливаем маску этого слоя градиентом вот таким вот образом. Примерно вот отсюда. По направлению к правому верхнему углу. То есть по направлению перспективы, которая находится на нашем снимке. Вот примерно так. И вот что у нас получается, как видите. Можно даже чуть-чуть вот так его направить, чтобы верхняя часть автомобилей также размывалась. Итак, давайте посмотрим, что у нас меняется вот до и вот после. Как видите, мы получили реалистичную глубину резкости на нашем снимке. И еще очень интересный момент. Если вам, к примеру, необходимо выделить какой-то участок из всего этого размытия, вы можете просто воспользоваться кисточкой черного цвета. И, к примеру, давайте выделим вот красную машину, которая у нас здесь стоит. Просто стираем этот участок вот таким вот образом. И машина вновь у нас становится резкой, как видите. Это очень удобно, если вам необходимо оставить какой-то участок на вашей фотографии четким. Вы можете воспользоваться именно данным способом. Ну что ж, давайте я верну все как было. И еще раз посмотрим на результат. Как видите, вот до и вот после. Вот такой простой способ поможет вам добавить реалистичную глубину резкости на ваши фотографии. И добавить на них дополнительный объем. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видеоуроках. Надоело быть чайником в фотошопе? Получите бесплатный базовый курс «Фотошоп античайник». Жмите на кнопку «Получить курс».